В этом году фестиваль прошел во второй раз. В его отборочном туре приняло участие около 150 человек. Это ансамбли и отдельные исполнители. Ансамбль «Зангари» существует уже с 79 года. Больше 40 лет. Поем мы и фольклорные песни, и вокальные песни поем, удмуртские, национальные. На гала-концерте были представлены 18 лучших номеров. Начальник отдела культуры Рамзия Муратова вручила победителям дипломы в номинациях «Сольное пение», «Вокальные коллективы», «Инструментальное исполнение», «Художественное слово». Представители старшего поколения поздравил руководитель райисполкома Даниэр Бакиров. Сегодня в Павлинском районе проживает более 10 тысяч человек пожилого возраста. Мы очень благодарны вам за годы, которые вы вложили в развитие нашего района. Многие из вас продолжают трудиться, передают свои знания и опыт молодому поколению в различных отраслях производства и сельского хозяйства. Наша задача – сохранить и приумножить ваши достижения, воспитать достойных продолжителей ваших творческих работ. Даниэр Бакиров вручил почетные грамоты, благодарственные письма главы Бавлинского района ветеранам-активистам и рукодельницам. Мероприятие своими выступлениями украсили яркие номера победителей фестиваля. Положительные эмоции подарили собравшимся в зале и воспитанники детского сада «Виктория». Айгуль Диатуллина, Булат Миязов, БРТ.